Итак, друзья, сейчас я вам расскажу, что же меня сегодня так выбесило, после чего я потерял некоторое количество денег. Пока у меня эмоции еще свежи, я вам об этом расскажу. Ролик буду делать уже в воскресенье, а запишу сейчас, пока я еще на эмоциях, и от них я не могу отойти уже часа два. Я не буду сейчас публиковать вам свои ставки в основном, очень-очень редко. На это есть ряд причин, и их я озвучить вам не буду сейчас. Я уже слишком много назвучивался в своей жизни, что мне потом выходило боком. Так вот, случилось так, что сегодня, в общем, в субботу нашлась хорошая ставка на Кубок Кремля. А, нет, на турнир в Линце. Но так случилось, что мне пришлось ее ставить в марафоне. Ой, в фоне, господи, я уже, блядь, совсем оговариваюсь. С деньгами в марафоне все нормально, но, короче говоря, сейчас тот, кто дает мне прогнозы на ETF, он их ставит просто сам, со своего счета. Я все деньги перевел ему. И все, у меня сейчас нет денег на моем марафоне, он целиком сам ставит. И, видимо, так и будет продолжаться в дальнейшем, пока мы не накопим сумму получше. Мы посчитали, что так лучше. Так вот, именно по этой причине, когда у меня за пару дней скопилось 5600 рублей с разных реклам, и он сказал, что есть ставка на сегодня, но как бы она не то чтобы супер верная, но попробовать можно. Но поставь, говорит, 2600 рублей. Но ставить ее было выгоднее в фоне. Мы так посчитали. И вообще там еще просто планировалась ставка на волейбол. Возможно, тоже такой же матч. Типа договорной, возможно. Как на прошлой неделе, на который некоторые не захотели скидываться, а зря он прошел. Так вот, я и решил эти все 5600 влить в фон. И собирался поставить 2600 рублей против Татьяны Головин, которая вернулась спустя 11 лет в теннис, давно не играла, и, в общем-то, наши мысли были мысли укротителя ITF, что она в хлам сольется. Фора минус 6,5. И вот тут-то все и началось. Я 2600 занес в окошко, нажал на окей. И что произошло? Знаете, что произошло? Мне система написала, что хуй вам! Вы можете это событие поставить только в экспрессе, а не в одинаре. Причем в экспрессе не обычном, а из 5 событий. Вот так вот. Я прям охуел, когда это увидел, извиняюсь, за мой французский. Думал, может, что-то тут ошибка какая-то, может, что-то не так. Второй раз попробовал, третий. Нет, все так же. Экспресс мин 5 написано. Скрин на экране, видите. Он мне говорит, блин, ну попробуй перезагрузись. Я обнаружил, что это было старое зеркало, нашел оперативно новое. Пробую снова то же самое. Заебись. Думаю, блядь, вы совсем что ли охерели? Ну попробовал добавить второе событие в экспресс там за 1.05. Нет, мало, нужно 5. И тут меня окончательно злость проняла. И я подумал, блядь, да вы охренели? Вы что, меня за лоха, что ли, держите? Думаете, что если я хочу поставить этот матч, то я не поставлю, блядь? Нет уж, я поставлю. Хер вам. Сейчас я тогда насобираю сейчас маленьких кэфов, но это событие в итоге пройдет. В общем-то, они меня развели в итоге. Я поставил 5 событий, из них 2 волейбола каких-то непонятных, даже один из них, не знаю, он, по-моему, там 2-2 по сетам уже был, выиграл он или нет, не знаю, но факт в том, что одно из событий не прошло за 1.05, сет Богдан. Причем, с херали там было 1.05, я не понимаю, потому что она вела с одним брейком против Чипеловой, это не то чтобы прям разница в классе огромная. В общем, сет был слит. Хотя она дважды вела с брейком. Я потерял 2600. В итоге это событие, которое мы хотели поставить одинаром, прекрасно зашло. 6-3, 6-1. Я мог спокойно поднять 2600 за 1.7 примерно. Пока я собирал этот экспресс, 1.9 превратились в 1.7 уже. Это меня тоже выбесило. Поэтому пришлось торопиться, как можно быстрее набирать события. Там была логика что-то типа, ах вы так? Ах вы не дадите мне поставить? Нет, хер вам, я поставлю все равно, блин. И вот поставил, проиграл, естественно. Потом
еще 2500 поставил на сет Александровой в матче против Остапенко при счете 5-5, 30-30. Естественно, она тут же подачу свою отдала. Естественно, потом с 15-30 у Остапенко ничего не вышло. И 5-7 в итоге. Я потерял еще. И потом уже там остатки проиграл. Почему-то на матч Остапенко Александрова они мне дали поставить один нар. На тот матч не дали. Просто выбесили меня просто капитально этим самым. Тут вопрос, а почему экспресс из 5 событий? А почему не из 10? А давайте сразу из 15, блядь. А почему вот так вот? Потому что вам так хочется. Вы хозяева, вы БК, вам так захотелось, вы так сделали. Просто конченые твари. Я не буду ставить сейчас просто в фон бете. Я уже пожалел, что я это сделал. Если я куда-то и буду заливать, то только в марафон. Либо баланс у меня будет и там, и там. Я до сих пор еще не могу прийти в себя, меня аж трясет от этого всего, блядь. Мало того, потом еще масло в огонь. Мне еще пару раз там кидали 1000-1100. А масло в огонь подлила еще госпожа Лепченко. Экспресс, который я поставил, он вполне мог зайти. С 1000 вполне могло стать почти 10 тысяч. Одно событие прошло. Причем с 1-4 человек вытащил сет. Лепченко во втором сете, который она должна была выиграть, успешно не реализовала 14 брейкпоинтов, в том числе с 0-40, в том числе с 15-40, в том числе еще раз с 15-40 на двойном матчболе и усрала тайбрейк. Потом, естественно, собралась и выиграла с 1-3, 6-3, третий сет, когда уже мне было не нужно, что меня выбесило еще больше. Так что спасибо Фону, спасибо Лепченко. День у меня удался на славу. Но ничего, я сейчас высплюсь и завтра вернусь с новыми силами, и мы продолжим снова обыгрывать БК. Пока.